Ой, смотри на Пеппу. Она катается на скейтборде. Она такая крутая. О, я желаю, я так буду хорошо кататься. Ура! Ой, привет, Джордж. Привет, папа. Я желаю, что у меня будет такой скейтборд. Можно я буду кататься? Нет, Джордж. Я могу кататься. Ты слишком маленький. Нечестно. Ты уйди. Я не хочу тебя. Хорошо, Джордж. Ну, уйди, пожалуйста. Такая Пеппа. Я ее покажу, которая я такая хорошая. Я такой хороший катайся. Уху! Уху! Я устала. Может быть, я пойду отдохну. Ура! Ай! Больно! Больно! Мама! Папа, мне больно! Ой, нет, Джордж, ты в порядке? Да, папа, больно! А, моя голова! О, нет! О, нет! О, нет, о, нет, о, нет! Джорджик, нужно тебя спасать, мама Свин, мама Свин. Да, дорогой, что случилось? Джордж упал, и его голова болит. Нужно, ему нужно что-то сделать. Хорошо, папа Свин, ты уйди пока. Джордж, ты разбил голову? Я посмотрю. Ну, ты в порядке. Ну, ты чуть не разбил голову. Это очень было плохо. И тебе погладжу. Бедный Джордж. Спасибо, мама. Я больше не буду. Пеппа? Да, Джордж, я больше не буду так делать. Я больше не буду. Хорошо, Джордж. И нужно слушаться всегда. Хорошо? Хорошо, папа. Извините, который твой скейтборд забрал. Это в порядке, Джордж. Ты долго мой брат.